Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как я собираю вот такой букетик. Это мой первый букет из мыла. Он яркий, потому что предназначается в подарок для маленькой девочки 10 лет. И я старалась, чтобы он был максимально красочный. Вот такую искусственную зелень я добавила в букетик, а также добавила немножечко органзы для того, чтобы придать легкости и для того, чтобы заполнить пустоты. Ну, в принципе, это все на ваше усмотрение. Можете оформлять букеты на свой вкус. Ну, вот у меня получился вот такой вот букетик. Если вам интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и приступим к началу сборки. Мне понадобится клеевой пистолет. В принципе, можно собирать без клеевого пистолета, но у меня здесь немного пены. И возможно, что будет не очень крепко держаться. Вот, поэтому лучше буду использовать клеевой пистолет. Вот эту шпажку я воткнула, пока еще пена не застыла. Видите, как хорошо прихватилась. Кстати, многие собирают букеты, когда уже пена застыла. Но когда она внизу еще внутри не очень застыла, видите, как крепко держится шпажка. Но она, в принципе, и так хорошо держится. Так, в общем, нужны будут шпажки, цветочки. Я приготовила разные цветочки. У меня здесь их 7 штук. И буду использовать для декорирования вот такую зелень. Она продается вот такими вот веточками. Вот здесь их несколько штук. Они разборные. Ну, в принципе, есть на Алиэкспресс. Я покупала у нас здесь в магазине. Мне нужно было срочно собрать вот букет. Поэтому я купила здесь. Вообще, конечно, подешевле нужно искать на Алиэкспресс. Ну, очень люблю я работать с клеевым пистолетом, когда собираю букеты из конфет. Вот, ну и по привычке буду использовать. Так, вот такие нам нужны шпажки. Шпажки я купила в Леонардо. Эти шпажки очень толстые. Сюда, возможно, у нас не влезут. Да, у нас не влезут сюда вот эти веточки. В принципе, веточки можно одевать на шпажку и сразу на мыло. Но я буду отдельно одевать мыло и отдельно на зубочистке буду одевать вот такую вот зелень. Так, вот это можно все задекорировать. В принципе, если будет все плотно закрыто, можно не декорировать. Но я сейчас закрою. Можно использовать разные материалы, какие у вас есть. Можно самим вот так нарезать тонкую гофрированную бумагу. Можно купить, тоже на Алиэкспресс продают. Я вам сейчас ссылки не могу дать на Алиэкспресс, потому что я это покупала в нашем магазине. В общем, вот так я закрою, чтобы по краям не было видно. Потом эту чашку, если отмыть, можно использовать. Я вот такую вот взяла керамическую. Можно собирать в небольших кружках. Можно собирать вот в таких крафт-супницах. Но вот здесь в супнице будет маленький букетик. Здесь 3-5 цветов. А мне нужно сделать подарочный букетик побольше. Поэтому вот так я сейчас задекорирую. Так, мне нужна, значит, шпажка. Шпажка. Теперь нужно замерить. Так, на какой высоте, допустим, я хочу. Так, смотрите, мыло нужно крепить не острой стороной, а нужно, чтобы была плоская сторона. Поэтому мы с вами отрезаем вот так ровно. Так ровно здесь будет закреплено мыло. Но для того, чтобы воткнуть шпажку, мы, значит, краешек заостряем. Я пользуюсь обычным садовым секатором. Так, теперь, значит, мы вторую шпажку рядом. Дело в том, что у меня мыло, вот это вот пион, вот такой большой пион, оно очень тяжелое. И поэтому я сейчас буду крепить в центр одновременно на две шпажки. В общем, сейчас одну шпажку так воткну. Главное не проткнуть до конца, чтобы не вылезло наружу. Так, и теперь на место. Вот такой получился букетик. Все, идем поздравлять племянницу с днем рождения. Ну а вам, мои уважаемые зрители, большое спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока.